Ну, обед? Да, можно перекусить. Ну вот, идем в сторону Духовщины. Добрались до Духовщины. Сейчас мы посетим, переобуемся, переоденемся и посетим музей Духовщинский. На сегодняшней Духовщине был, стоял женский монастырь, который был освящен во имя Святого Духа. С тех пор наш храм называется Свято-Духовской. У нас престольный праздник на День Святого Духа. Но вокруг этого монастыря стали селиться кожевники, торговый люд. Так постепенно образовалась Духовская слобода. Ну, а самым знаменательным днем для нас является 18 февраля по старому стилю 1777 года. Тогдашний губернатор Смоленской губернии Волков Дмитрий Васильевич обратился к императрице Екатерине II с таким посланием, чтобы переименовать село город Касплю в Смоленском районе, знаете? Ну, проезжали. Проезжали, да. Касплю было городом тогда. Переименовать город Касплю в село, а село Духовщина сделать городом. Почему? Если говорить современным языком, на тот момент Духовщина собирала казну своего села в 2-3 раза больше денег, нежели Каспля. И императрица II согласилась с доводами губернатора и написала собственноручно указ, где сказано, что город Каспля становится селом, а село Духовщина становится городом. Это копия, подлинник хранится в архиве Санкт-Петербурга. Вот с тех пор Духовщина является городом.